1 сентября в Брагино появится детский сад на 280 мест. Сегодня представители власти побывали на объекте. Трехэтажное здание уже выстроено. На первом и втором этажах поставили окна. На очереди третий. Также рабочие ведут внутреннюю отделку и готовятся к возведению крыши. Строительство детсада началось в июне прошлого года. Часть средств на строительство выделена из федеральной казны. Сейчас в регионе в рамках нацпроектов запланировано строительство 17 детских садов. Готовы они будут до конца 2021 года. Ведутся работы сейчас у нас по отделке внутренней и отделке наружной отделки. К концу месяца мы планируем завершить работы по перекрытию этажа третьего этажа и начать работы по благоустройству территории. На данном объекте у нас с подрядчиком проблем нету. Вот, работы ведутся в графике, объект обеспечен бюджетными ассигнованиями. Вот, контракт заключен у подрядчика до ноября 2019 года, но на себя взяли повышенные обязательства, и этот объект мы будем пытаться ввести до 1 сентября.